Мы – будущее страны. По таким названиям на базе индустриально-технологического колледжа прошел молодежный форум студентов среднепрофессионального образования. Основная цель – привлечь молодежь к проведению социально значимых мероприятий, а также развивать в них творческий, научный и профессиональный потенциал. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Этот форум открывает отличную возможность для студентов среднепрофессионального образования в плане реализации своих креативных идей и выстраиванию связи между молодыми и активными людьми, добившимися успехов грантовых конкурсов. Пожелал успехов в достижении новых знаний директор Республиканского индустриально-технологического колледжа Ахмат Байрамуков. Для каждого из вас это, безусловно, ступенька в саморазвитии. И я надеюсь, что вы сможете проявить себя, отметил Ахмат Ибрагимович. Но в своей жизни вы первый главный шаг сделали. Вы являетесь студентами среднего профобразования, вы являетесь студентами колледжа. Вы сделали правильный первый выбор. Это очень серьезно по жизни. Теперь, чтобы социализироваться и включиться в реализацию перспективных программ, конечно, нужно овладеть этими профессиями и не одной, а несколькими. Особую роль в поддержке идей студентов колледжа играет всероссийский проект «Навигаторы детства». Всех участников молодежного форума поприветствовал его региональный координатор Людмила Барлакова. Отрадно видеть, что благодаря нашему проекту молодежь развивает свои навыки, повышая уровень профессиональной компетентности. И мы уверены, что площадка этого форума позволит вам получить необходимые консультации для реализации своих проектов. Абсолютно уверена в том, что все необходимые навыки для будущей профессии можно получить именно в стенах средних профессиональных учреждений. Дорогие ребята, вы будущее нашей страны. Я очень надеюсь, что сегодня на форуме вы пополните свои знания, потому что у нас действительно в качестве спикеров здесь собрались действительно профессионалы, которые известны в нашей республике и далеко за пределами. Студенты колледжа республики порадовали всех собравшихся, исполнив свои музыкальные и танцевальные номера. Такие мероприятия открывают нам двери в мир самореализации и продвижения своих идей. Поэтому каждый из нас старается активно принимать участие в этих форумах, уверяют молодые люди. Мне кажется, именно для студентов это большой опыт прежде всего, потому что здесь рассматриваются такие специальности, как в первую очередь волонтерство, играет большую роль. Почему? Потому что туда входят такие подразделения, как патриотизм, уважение к старшим, уважение к, например, отношение к братьям нашим меньшим, и затрагиваются массовые мероприятия. Я ранее принимал участие в подобных мероприятиях по типу этого форума в акселераторе социальных проектов, где нам было очень интересно. Я заинтересовался этими проектами, этими мероприятиями и стал на них часто ходить. И там нам рассказывали очень важные вещи, как создавать проекты, как получать гранты, как, в принципе, помогать своей республике. В рамках форума для всех участников пройдут мастер-классы призеров и победителей всероссийских конкурсов. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.